Частный дом в городе Ридери на востоке Казахстана ушел под землю на 110 метров. На месте происшествия образовалась воронка диаметром почти 60 метров. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Из зоны обвала грунта эвакуируют местных жителей и шахтеров. Жители размещены в экстренном пункте на базе средней школы номер 7. На месте происшествия отключены все коммуникации, газ, тепло, электроэнергия и вода.